Сотрудники полиции провели проверку по данным сигнала и с помощью системы камер наблюдения «Паутина» выявили нарушителей. В первом случае водитель автомобиля «Лада Приора» проехал на запрещающий сигнал светофора. В отношении него составлен протокол «Проезд на запрещающий сигнал светофора» или «На запрещающий жест регулировщика». Во втором случае правила дорожного движения нарушил водитель такси на «Рено Логан». Сотрудники полиции провели проверку по данному сигналу и установили нарушителя, которым оказался 28-летний местный житель. В качестве наказания им назначен административный штраф в размере 1000 рублей. Напомним, система розыска автомобилей «Паутина» включает в себя все городские камеры фото-видеофиксации. Благодаря специальным алгоритмам она передает информацию экипажам ГИБДД о транспортных средствах с прекращенной регистрацией, принадлежащих лишенникам, машинах-двойниках, должниках по штрафам ПДД и других нарушениях.